Галине Алексеевне Белецкой, из города Новокузнецка. Вот. Она пришлась настолько к месту, настолько со всеми, и мне очень жаль расставаться с ней. А она уже положила, ну, куда, 2 недели, кажется, да, и уезжать. Мне даже печаль. Я ее пытаюсь уговаривать, приводить доводы, как мне кажется, сильные доводы. На меня бы они подействовали. Я бы, как вот сейчас сказала она, все, сразу изменяю. То есть я вижу, права здесь нет. Значит, она с чем-то там связана. Больная мама. Ясно дело, 80, кажется, 3 года. Так, да? Да. Да. И надо домой. Она уедет и сделает правильно. Но вот видите, как короткая встреча, мы по интернету познакомились. И она там, кажется, вы даже эти визитки наши издали там. Да. Да. И раздавали другие. Понимаете, это редкое такое. И вот она спрашивает, все спрашивает. Вот на голове носить с крестиком. Видишь, как показывает, апостольник называется. А можно ли у вас носить? Можно, но не в храме. В храме форма у нас другая, одна. Вас это не смущает, нет? Нет. Нет. Это форма. А мы где-то приедем другое. Вот та форма, мы только покажем свою и расскажем. Наша форма. А она взята с икон, с картин русских художников, самых знаменитых Сурикова, Ефима Репина, Поленова, и, ну, другие передвижники были тогда. Самая форма, другого нет, и иконы, как одеты. Мне много где-то как-то нравится, вот у мусульман одевают строго, одета грудь, и показано, сидят с ребеночком мусульманка, и рядом православная. И, ну, видели картинка, это они вместе сидят. И мусульманка написано хиджаб, целомудренное одеяние. А ребенок хохочет, и русская православная, и тоже платок, и тоже назвали хиджаб, а ребенок за мать голову спрятался, то ли спать хочет, то ли закапризничал. Ну, настолько интересная картинка выставлена. Одинаково. Чувство святости, целомудрия ведет к этому. Мы не берем в объеме это вероисповедание, там мусульман и прочее, но форма-то какая у них прекрасная. У нас только в храме, а дальше выходит, юбка выше колен и поперла. Я вижу, знаю, и ничего нельзя сделать. У них не так, она все время такая. Проехали 6 мусульманских республик и Турцию. Турцию. С обратной стороны Черного моря. И смотрели, в Париже идет такая грузная, мощная, ну, баба настоящая. И видно, она арабка какая-то. И по улице марширует, и одета полностью хиджаб, и платье до полу. Значит, она обратилась, она приняла эту веру. Она могла быть христианкой, она могла быть православной. Мусульман 2 миллиарда. Если бы монахи проповедовали, а он на 600 лет позже пришел Мухаммад, Магомед-то, это все могли быть православные. Они, как выразился Андрей Кураев, религиозно талантливы. Это все на монашеской совести они. 2 миллиарда упустили. И буддисты могли почти все быть православными. Ну, житие Варлама и Асафа. Ничего этого нету. И мы должны не возноситься над ними. Мы потеряли, не превозносить то, что погубило, а наоборот скорбеть об этом. Если вся страна его принимала и говорили, мы принять готовы веру православную. Нет, я уйду в пустыню, взял и ушел. Я читал, я без слез не мог считать, что ж ты сделал-то? Там 1,5 миллиарда выйди, и все это упустили, а они все верующие были, пошли за царем. Понятно? После обеда найдите какое занятие. Никуда без разрешения, без старшего не ходить. Это комната ваша, после того, как все уберете. Какие-то ваши предложения будут. Отдельно здесь не шуметь, не прыгать, самолетики не пускать. Вон там, там пускайте. Вот за ограду выйдете, там играйте. В ограде не играть. У нас здесь, видите, как все это разложено, не затрони. Козлики стоят, и ты ударился головой, тебя нету. Тебя нет. Я считал книгу, как он едет, якут и поет по-своему где-то, а едет на олене. И в это время заяц выскочил. А кто-то рубил, и дерево рубит, не так рубит, а наискосок-то. И там вот такое остров. И он упал прямо на пенек. Упал и сразу умер. Это воткнулось в него. Это самое слабое место. Там, интересно, женщина, она заведовала кладбищем, а ей там домоуправ что-то не додал. И она про себя проговаривает, миленький ты мой, пострадал,
да я тебе такое место найду на кладбище, ты до пришествия Христова не сотлеешь, будешь лежать там, где-то у него низинка. А этого домоуправа говорит, да я тебе, негодник, такое место на Санцепёте дам, ты у меня сопрешь за один год. И он у него еще живой, она им наказывает. То есть право небольшое, распоряжайся, куда похоронить, но я по полной программе воспользуюсь. Ты у меня сопрешь там на Санцепёте. Так, я для чего это говорю? Потому что то, что у нас есть, мы переносим куда-то. Мы не можем не мстить, ничего, а говорить добрый, служить о добром. Ребята эти, вот они пучкой, трое, они так с другом. За ними надо глядеть. Просто надо присматривать. Они вздумали что-то делать, там у рукомойника, уже что-то явно химичат. Кто больше воды выпустит, я не знаю, еще они там крутятся. Заводила, кто из них? Там уже определится развитие на это. Вот все. Вот этот ролик я хочу посвятить Галине Алексеевне. Останетесь, может? Никак нет. Вот худо, я считаю, когда люди говорят, ну ладно, я приду, как стемняется. Никогда. За всю жизнь я не говорил, как приду. Как Богу угодно. Я пришел, а там не отпускают. Вот ко мне кто в гости приходит, я говорю. Правило у меня такое. Если коснулось солнца горизонта, из моей комнаты уже не выйдешь. Тут и спать будешь. В городе опасно. Никаких причин не принимаю. В городе опасно. Все. И ты останешься ночевать. Да я обещал прийти, вот это плохо. Не обещай. Как Богу угодно. Мы заговорились и не заметили, как солнце село. А мы читаем Библию, он уговаривал его. Солнце склонилось уже. Останься с нами. Это ученики говорили Господу, воскресшему. Это было, мы считаем, из колена Вениамина, вот там один отец. Ну, как-то он его, тесть, уговаривал его, что останется. И какая беда дорогой случилась, знаете? Вот день остался, два, а потом пошли и на колени Ефремовой ночевать, а те на них. И она до утра ее мучили, она приползла, женщина, к дверям и умерла. И что он сделал дальше? Они издевались, насиловали ее. Дальше он приехал домой, и у нас и картина, и места в одарении везет. Приехал и разрезал на 12 частей отдельно голову, отдельно руки, и во все колено послал, видимо. Так поступали, когда эти люди, что это такое? А вот так была у меня наложница, там жена, и теперь вот нету. И весь народ поднялся на этих злодеев. Не надо, геи, меньшинство, садомиты. Проклятые садомиты. Которые низводят огонь на людей. Никаких слов никогда не употребляйте, которых у нас нет в Библии. А то секс меньшинству. Так что это означает? Да, садомитов всегда меньше, чем нормально живущих людей. Ну так и говори. Вот так, за стол. Спасибо. Посудину поставили, я же не вижу. Даже не настоящую кружку. Потому что я не хочу менять свою наклонность. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию, ешьте досыта.